нашла. Снимается маски и голограммы. Фантом пристает перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Тонкая копия вышла, на ней сетка. Сетка. Защищаем его физический биоробот с защитным потоком из чистых энергий абсолютно Берем Александра в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. И вместе с тонкой копией Александра поднимайся в комнату диагностики. Пошел подъем. На месте. Хорошо. Я даю команду на 4, снимаю эту сетку, 1, 2, 3, отключается полностью до последнего микрона проводка и летит в клетку-тюрьму. А не просто сетка, она энергетическая сетка. Хорошо, она вышла? Да. Хорошо, я выстраиваю канал от этой сетки, притягиваю ответственных, 1, 2, 3, стоит в клетке-тюрьме. Гуманоид. Гуманоид. Снимаются маски, голограммы, фантом пристает перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Ставим маячок, органический, неорганический. Зеленый маячок. Хорошо, отлично. И мы приветствуем Александра, интересуемся, готов ли он к диагностике и чистке, доверили ли он нам свое биополе на период сеанса. Он вообще в шоке, где он находится. Он видит этого гуманоида. Александр, меня зовут Влад, это Вера. Вы к нам обратились по поводу вашей чистки. Сейчас вы находитесь как раз на чистке. И одного из интерферентов, который сидел в вас, и ворвал ваши энергии, мы уже вытащили. Мой вопрос, вы даете разрешение на диагностику и чистку? Он говорит, даю, наверное. Александр, я, наверное, должен как-то это более отчетливо услышать от вас. У вас вообще намерения нет. Наверное, это для меня не ответ. Да или нет? Если нет, мы возвращаем вас назад в ваш биоробот. Он говорит, нет, нет, я хочу избавиться от таких, как он. Я даю Хорошо. разрешение на чистку. Отлично. И я даю команду, значит, три сканера сканирует пространство над головой Александра, под ногами, 360 градусов вокруг него. Всем тонких тела Александра находит все. У него демон, 12 Сукоп. спрут. Кто-то мимикрирует? Да, есть кто-то еще. Проявляются каналы. Первое и последнее предупреждение. Если ты сущность не проявишься, я тебя сожгу прямо в этой клетке. Неужели джинн? Подожди. Девушка представляется какой-то сейчас тут сформируется. Девушка. Да, это Джин. Хорошо. Синий. Хорошо, Джин, за этот спектакль ты сегодня получишь от меня такое наказание, которое ты в своей жизни не увидел. Снимая с него челму, снимая с него серги, снимая с него кольца, все магические предметы, все уходит в соседнюю клетку. Захотел поиграться, ты со мной поиграешь. Ты со мной поиграешься сегодня. Я тебе обещаю. Считай цифры над головой этого паразита. Он говорит: зачем так обижаешь, Чина. 62-13. 62-13. Золотой. Нет, он синий. Еще синий. Это тебе за театр. За этот театр, который ты мне здесь устроил. Или ты решил со мной поиграться? Я, тебя, я, я согласен я с удовольствием поиграю с тобой. Но моя игра тебе гарантированно не понравится. И по концовке ты уйдешь со своим сосудом в ледовитый океан. Ну зачем так жесток? А потому что ты не должен был такого делать. Ты должен был стоять по стойке смирной и докладывать мне, что я здесь. Ты решил со мной поиграться, помимикрировать, девушкой стал. Хорошо. Я все... здесь. Да, ты здесь. Понятно, что ты здесь. Куда тебе еще деться? Поехали дальше. Итак, у нас Вера. Гуманоид с сеткой. Демон 12. Сукуп, спрут и самоубийца Джин. Отлично. Я даю команду на счет три. Я бессмертный. Ты бессмертный. Ты уверен в этом? Подумай, хорошо. Открывается портал перед его в клеткой в галактическое ядро. Один, два, три. Я еще раз спрашиваю, Джин. Это насилие. Ну ты же бессмертный, ты сказал? Или уже передумал? Ответ будет сегодня или нет? Есть у нас слабое место. Закрывая портал в галактическое ядро. И я даю команду тонкой копии Александра спроецировать все негативные, э, все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродные негативные патогены низкой вибрационной энергии в его биополе. Каналы выстроились, сущности каждый подходит к своему каналу. Я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низкой вибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслей, форм. Пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Александру. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что он мог получить от них, возвращается к ним. Итак, сколько ты находился в биополе, Джин? Дай подумать. Семь лет. Семь лет. С какой вещи ты пришел? Я пришел подарком под Новый год. Что ты забирал и что ты давал? Копать давал ко всему. Все семь лет? Нет, последнее время. И сколько это последнее время? Последние восемь месяцев. Нет желания ни на что. А зачем ты это делал? Усталость у него накопилась. С твоей помощью, да? С нашей помощью. А кто это мы? Сейчас я в этом. вокруг. С ним я буду отдельно разбираться. Итак, что ты у него забирал? Я ж все увижу сейчас. Время. Время, хорошо. Так, сколько ты, 7 лет ты находился? Спрут, сколько ты находился в биополе? 12 лет. 12 лет. Спруту, кстати, такая каша в голове возвращается. Хорошо, усилий. Все потоки в 100 раз. До последнего микрона все назад. Спрут, 12 лет. Сукуп, сколько ты находился в биополе? Че на пальцах считает или что? Нет, около года он дает информацию. Как раз вот эта апатия, которая проявлялась во снах, спасался он с укупом. А, понятно. То есть ты себя еще считаешь спасителем его из ситуации, в которую его джин ввел. Можно и так смотреть. Итак, демон, сколько ты находился в этом биополе? он просто говорит, что... Он да. ну, сравнивает это с тем, что у него не было. Как источник радости для него пропал. Вот скоб как раз им был. Итак, демон. Сколько ты находился в этом биополе? Три года. Три года. Гуманоид, сколько ты находился в этом биополе? Четыре года. Откуда ты гуманоид? Ута. Ута. А что-то у вас так много в последнее время стало. Я не пойму, у вас что там? Планету закрыли или как? Или вам негде жить? Обычное количество. Не знаю, что-то с вами в последнее полгода очень часто встречаясь именно с Уты. Раньше с Орионов, встречался, а потом с Небиру, а вот сейчас Ута пошла. Вот я и спрашиваю, может вам жить негде? Может у вас вся такая преступная нация, у вас там У нас запр... есть где жить. Ну а что ты сюда пришел-то? Кто тебе здесь рад? Кто тебя просил здесь приходить и накидывать сетку на человека энергетическую? Почувствовался. ты занимается своей работой. Ой, хорошо. Ой. Сколько ты процентов забирал у него энергии своей работы? От 30 до 60. Хорошо. Что ты мне сейчас скажешь или возразишь, если я сейчас перепрограммирую твою сетку и заберу у тебя 60% энергии? Тебе это понравится? Или ты думаешь, у меня не получится? Я сразу чувствую отток энергии. Ну вот я тебя поэтому спрашиваю. Тебе понравится? И это? интерференция. Я могу предотвратить это. Не в, серьез... в клетке, конечно. Ну вот я тебя... А сейчас ты в клетке находишься. Вот я тебя и спрашиваю, я тебя сейчас накину эту сетку. И заберу у тебя 60% энергии. Ты обмякнешь. Сил у тебя не будет. Тебе это понравится, мой вопрос? Скорее всего, она сработает по-другому. Но в любом случае, любое насилие мне не будет приятным. Хорошо, Гуманоид, объясни мне тогда, пожалуйста, почему, на каком основании ты полагаешь, что Александру это приятно, что ты с ним делал? Тебя же такой вопрос не интересовал? Ты слышал? ты слышал о законе кармы? Ты знаешь, что это такое вообще? Это когда то, что ты делаешь, возвращается к тебе назад. Вот сегодня тебе вернется назад то, что ты сделал. А вы считаете себя развитую цивилизацию? Я просто удивлен, вашей ути. Как у нас с реверсом Вера? Закончился. Устанавливали фильтры золотой сеточки на все каналы и в порядке реверса. Александр забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Один, два, три. Обратно пошли энергии божественные и чистые. И в сетку отдаю реверсом весь негатив, который получил Александр от этой сетки. Пошел негатив назад до последнего микрона. А сейчас тут в две стороны идет. Посмотри, пожалуйста, что у нас там возвращается в эту сетку. Антосетка сетка его как током била. У него какие-то озарения проявлялись. И потом ему становилось еще хуже. Как вспышки Нет. и падения. Много идет в эту сетку? В сетку вернулась. Уже вернулась. Отлично. А реверс закончился, в общем? Нет, еще возвращается. Установили фильтры с золотой сеточкой именно на этот канал к сетке 1, 2, 3. И реверсом забирая весь мощнейшим потоком пошло назад. Пошел процесс. Получается, что эта сетка захватывала все тонкие тела и забирала энергию со всех чакр. Вот такая вот у нас цивилизация. О чем с ними договариваться, я просто себе представить не могу. Он даже не понимает, что он неправильно делал. Потому что им было позволено это делать, кто он говорит. Хорошо, объясни мне, пожалуйста, с этого момента, кто тебе позволял входить в биополе Александра? Это было позволено не на моем уровне. На уровне цивилизации, в обмен на наше знание. Ты сейчас такие абстрактные вещи говоришь. Когда я был заключен этот контракт, какие знания Александр получил от тебя? Технология не Хорошо. от меня. Угу. Ваша цивилизация получила а... от моей. Кто заключал с вами контракт? Я его не заключал. Александр точно не заключал. С вами тоже никакого контракта. На какой контракт ты ссылаешься постоянно? Это неправда. Есть человеческая цивилизация. Угу. Многие души получают опыт на Земле. Это верно. Правительство Земли заключило определенный контракт с нашей цивилизацией. Вот с этого слова правительство Земли меня уже начинает просто как-то неприятно напрягать. Ты знаешь, у нас на Земле нет правительства. У нас есть более 200 стран. У нас есть... Правда, пару людишек, которые считают себя за представителями нашей цивилизации. Пару начали... людишек заключила контракт, получив mm. на это взамен технологии нашей цивилизации. На что нам было разрешено mm -hmm. Вы проводить дали... свои опыты, забирать биоматериалы человеческие особи. И делать, да? делать себе рабов из биоматериала этих людей, правильно? В том числе. Когда это было? 1932 год. Так и есть, 90 лет назад. Риверс закончился. А эти люди, они же давно не живут на Земле. Неужели не прекратился контракт между цивилизациями? Нет, технологии были отданы. Пришли другие люди, которым это тоже полезно. Вы продлевали этот контракт? Или он действует с момента заключения с 1932 -го года с 1932? -го. Он Есть? действует на другом уровне. На другом уровне. Ну хорошо, значит на другом уровне и будем разбираться тогда. Ревер закончился, да, Вера? Да. Хорошо. Итак, Джин, ты осознал свою ошибку? Да, да, осознал. Верни возвращая Возвращаю все магические артефакты, все, что я забрал у Джина, ему назад. Так лучше лучше для тебя. Хорошо, тебе выходить не надо, собирай всю свою пыль, приступай. Ничего не забывай. И докладывая о готовности к проверке. Проверка будет проходить скенером несколько миллионов герц. Поэтому, если кто-то что-то забудет или оставит, он по каналу сгорит в клетке в тюрьме. Я вас предупредил. Приступай. приступай. Готово. Спрут, выходи, вытаскивай, отсасывай всю свою жидкость. Все забирай, все, что ты оставил в этом биополе. И возвращайся в клетку, приступай. Но спрут сидел сверху, и он присоскал сверху голова, плечи. Так и есть. Прудь, шея. Полностью. Он там висел на фотографии, прямо на нем. Видно было. Виски. Итак, спрут. Как твое воздействие отражалось на его физическом состоянии? Что он ощущал? Каш в голове. Хорошо, Ноль еще... концентрации. Ноль концентрации. Еще что? Давление, боли. Нет частоты мыслей. Так ты много не сделаешь, конечно. В висках давление было. И давление в висках. Хорошо. Я думаю, Александр все эти симптомы отлично знает. За последние 12 лет. Забрался. Хорошо. Сукуп, Любитель эротических фантазий. Выходи. Снимай все, что ты оставил в биополе. Отключайся полностью. Ты сам пришел или тебя демон привел? Сам. Хорошо. Все снял он. Хорошо, демон. Ты три года сидел в его биополе. Скажи мне, есть лярва в его биополе? А у него на лице лярва. А чего на лице может быть лярва, объясни? Недовольство. Как это мне себе представить, я не пойму. Она идет через лицо, нос и вот ниже шея. Так, ты хочешь меня спросить, можешь ли ты эту лярву забрать? Он подпрыгивает за ней, хочет. Значит, сначала выходи, снимай все, что ты оставил, расскажи, как она действовала и как закончишь, доложи мне прямо на месте, что ты все снял. После этого я дам тебе отдельную команду, и я тебе разрешу тебе забрать все лярвы в его биополе. Все понятно? Да, ему понятно, он с рук снимает. Хорошо. Типа перчаток, что ли, что-то. Как она воздействовала, объясняю. Демон, я хочу получить информацию. Они на запястьях такие, как колечками заканчиваются, и дальше тут веревками, демон. Варежки, он говорит. И когда ты дергал за эти варежки, что получалось? Такое ощущение, что человек сам собой недоволен, ему, ему самому от этого неприятно. Ага. Вот это он усиливал. И Понятно. вот от этого, что ему неприятно, в горле комок у него, вот эта лярва, от носа вниз mm. на горло. И это было воздействие демона? Или это его собственное? А он усиливал? Демон усиливал. Значит, это уже присутствовало до демона, я правильно понимаю? Но они все э -э постарались. Это от спорта началось. А, понятно, да. Там же организованная преступная группировка. Все понятно, хорошо. А ты на какую частоту зашел демон? Он конкретно зашел на его крик. Руками, руками махал, он показывает. Ну, конечно, крик. и. Демон стоял рядом, смотрел. А это его чистота. Здесь ничего не скажешь. Крик, истерика. Это чистота демона. Это музыка в их уж в ушах. Кто не даже знает. Даже показывает, что он ругается и плюет. Вот так даже. Хорошо, Я он все снял. Я разрешаю тебе забрать все лярвы. Ничего не забывай. И возвращайся в клетку. Ляра, серая или черная была? Больше черная. Больше черная. Хорошо, значит, ей уже там около, приличное количество лет, около десяти, наверное, я полагаю, да, Демон? Нет, меньше. Хорошо, еще один вопрос тебе. Эмоциональный фантом тебя интересует? Интересует. Значит, тогда стой, дойдет время, я тебе его отдам. Куманоид, тебе выходить не надо. Забирай все, что ты оставил в его биополе, что мы еще не вытащили. Приступай. Ну, сетка подключена. Правильно, эти подключки должен был вывести. Мы с сетки все забрали, да, Вера? Да, готово. Включая внутренний белосвет Александру и на счет 3 Александра этим светом выдавливайте все негативные и патогенные энергии, а также все негативные и остаточные энергии, находящиеся на частотах интерферентов. 1, 2, 3. Пошел процесс. Свет пошел, выдавливает. Все формируется перед ним шар. Шар сформировался. Большой? Нет, не очень. Открывается портал в галактическое ядро. Шар уходит на переработку. Закрывая, печатывая, растворяй. Я даю команду сканеру на контрольную проверку. Один, два, три. Пошла контрольная проверка. А он, знаешь, сейчас говорит, что сколько дерьма нахватало. Мое спокойствие они забирали. Так и есть. И не только спокойствие. Они вас сделали безразличным ко всему. Он чистый. Отлично. Значит, все все забрали. Я команду Александру на счет три сделать импульс высокой вибрационного шока удара и сжечь все каналы к интерферентам и их подключкам. Один, два, три. Удар. Отлетают все каналы. Получилось у него? Да. Открывается портал в галактическое ядро. Канал улетает на переработку, закрывая, печатывая, растворяя. Мой вопрос. Кто из вас присутствует еще в квартире? Кто-нибудь может еще присутствовать? Мы квартиру чистили. Никто не присутствует. Никто не присутствует, все правильно. Второй мой вопрос. Кто давил на Александра, чтобы он сделал это Цианскому? Было неуютно от этих энергий, которые мы в квартире запустили? Демон ты был? Демону было неуютно. Демону, понятно. Спруту было неуютно. Демону из спруту. Хорошо, больше вопросов нет. Буду отпускать. предупреждая сразу в первый раз я отпускаю, второй раз уже вы никуда не уходите. Поэтому я рекомендую вам никогда больше не заходить в это биополе. Мы будем его регулярно проверять. Если мы встретимся, тогда с друзьями уже не разойдемся. Все понятно? Да. Хорошо, Джин, готов уходить? Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте Джина 1, 2, 3. И Джин уходит на свою частоту. Закрывая, печатывая, растворяй. Готово. Спрут готов уходить? Готов. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте спрута 1, 2, 3. И спрут уходит на свою чистоту, Закрывая, печатывая, растворяй. Есть. Ли, я прошу тебя выйти со мной на связь. Слушаю. Приветствую Будь любезна, посмотри, пожалуйста, у меня здесь гуманоид Уты. Четыре года сидел, от 30 до 60% процентов энергии забирал своей сеткой. Ссылался на контракт, которому 90 лет. Я даже не знал, что ему ответить. Небольшой лоб заберем на... Профилактику. На разговор, да. Хорошо. Под сеткой открывается портал в «Галактическое ядро», сетка уходит на переработку, закрывая, печатая, растворяя. Они ему после профила... не профилактики, а разговора, беседы, что у них там... А, то есть они его полностью проверяют, ну, да. что у него еще есть, и какие-то браслеты ему одевают. Ах, вот как. Помечают Хорошо. их, если отпускает, не находится. Ну, ничего первое... больше серьезного. Хорошо. У него да. забрали. Замечательно. У нас ничего больше в сетке нет. В, в сетке, в клетке. Гуманоида у нас уже нету. Значит, тогда мы сразу перейдем к эмоциональному фантому. И выходит эмоциональный фантом Александра. Один, два, три. Проецирует все негативные программы, негативные мысли формы, а также всю низкое образование эмоциональной энергии. Им же сгенерированная проецируется на его эмоциональном фантоме. Он говорит, что он выпустил эмоциональный фантом за всю жизнь. Похоже, да. Что там вышло, Вера? Шар большой вышел. Хорошо. Александр, вы готовы с ним расстаться? готов для этого и выпустил. Хорошо. Спрашиваем демона. Демон, готов ли ты забрать этот шар? Его и жду. Хорошо, отправляй демону. Он говорит, почаще бы такие фантомы. Хорошо. Готов уходить? Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте демона. Один, два, три. И демон забирает все, что он с собой принес. И уходит на свою чистоту. Закрывая, печатывая, растворяя. Готово. Хорошо, все ушли, да? Да. Поехали по частотам. Готово. Пусть тонкая копия Александра вспомнит самый счастливый момент в жизни и даст нам числовое значение. Он с Марса, он вспомнил. Марс. Отлично. Представитель Марса. Если Александр захочет познакомиться со своим куратором и получить ответы о себе, от своего куратора, может к нам обратиться, мы ему в этом поможем. 420. И понимаем уровень эмоционального состояния тонкой копии Александра до числа значения 420 Гц. Пошел подъем. Готово. Хорошо. Александр, мы закончили вашу чистку. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. Как вы себя чувствуете? Сияю. Отлично. Хорошо, будем возвращать вас назад в ваш биоробот. Не забывайте скидывать весь негатив, как мы показали в этом видео, и заправляться энергиями. Обучающие видео у нас есть на канале. И для освоения энергии и вибрации возвращаем тонкую копию Александра в систему биоробот ⁇ Душа ⁇ Заводим, подключаем его к каждому органу, каждой клеточке, каждой изеренке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. И отключайся от объекта и поднимайся в комнату диагностики. Пошел пойдем. Я на месте.